поля. Вот смотри, вот этот удар через, так называемый, что? Удар через руку, через руку с уклоном. Даже я бы сказал, что это идет уклон с ударом. Уклон с ударом. Свинг называется? Может быть, да, можно сказать так. Как здесь, кажется, смотри, так? Вот первично здесь что происходит? Я первично не бью его. Я первично что делаю? Я первично делаю как бы движение корпусом. Глазки, смотрю тебе в глазки и делаю движение корпусом как бы уклона. Фактически уклона. Но делая вот этот замах небольшой, замах за счет, то есть не, даже не замах, а делая плечом, плечиком, локоточком чуть назад вместе с пяткой, создаваю опаздывание кулака по отношению к корпусу. То есть получается, что этот удар я бью как бы за собой. За собой, тебе через руку. Понимаешь? Как в плавании грибок я совершаю, прям вот, вот это движение. Я пошел корпусом на тебя, мои глаза в тебя, у тебя видно, что моя башка пошла в тебя, ты реально начинаешь за моей головой наблюдать, но мой кулак идет за мной, за опаздыванием кулака. И происходит через руку. Идеально этот удар можно максимально ударить, даже не столько через руку. Даже не через руку, а этот удар вообще можно пробить между рук, как в плавании, грибок совершаю. Вот тут момент вот этого запаздывания, данс идет плечами. Плюс я тебя, видишь, глазами тяну вниз, как этот бандерлог с обезьянами был, да? Да-да-да. Ну, сбрось, пожалуйста. Уже закончилось все. Как вот эти глазки, видишь, начинают держать. Это, конечно же, не со средней дистанции бьется. Это действие с дальней дистанции, плюс под шаг у тебя, естественно, идет. Но у тебя идет как бы падение вот туда на ногу, скручиванием. И что? Ты, естественно, начинаешь на меня реагировать. Пробуй. Неважно, какой рукой ты на меня среагируешь. Я уже с первого этажа ухожу туда, плюс ты на меня глазками, очень хоть чуть-чуть ты на меня отвлекся, у тебя ручка повернулась, моя рука залетает. Это есть такой уклон есть. Это и есть, я падаю вниз. Если вы на меня идете, то я только с уклон могу от этого удара. Черт его знает, что ты можешь от этого удара делать, если не, конечно. Но если ты очень удивляешься на того, как я делал уклон, то мой кулак тебе априори залетает точно. Ты можешь, если это, ты видишь движение, если я это делаю, конечно, за километр, и вот так вот медленно, подожди, постой, а я тут сейчас вот тут вот это движение делается, конечно, более резкое. Оно само одно по себе, если его делать медленно, и, как бы обозначая его заранее, оно опасно для того, кто бьет. Но если я его сделаю вот таким действием, пам, здесь, я просто тебя падаю, не думая о том, попадешь ты в меня, не попадешь. Я говорю, бам. Насколько ты успеешь от моего действия уйти? Знаешь, ну черт его знает. А я тем более я сближаю здесь. Где-то у меня всего лишь полшага такая. Раз, два, три. Ну прям как падаю на тебя. Такой, так падение. Среагировал ты на меня, еще что-то. Ну, можешь отклониться. Но тогда мой кулак что происходит, делает? Он попадает тебе в грудь. Все равно попадет. Длинный, как грибок в плавании, аж вот такой удар. Вот это вот движение. Попробуй. Только не ударь, а просто именно локоточком назад начинаешь падать. Во. Именно в меня надо идти. Вот туда, оп, сверху, как в плавании грибок. Прям локоточком, раз назад. О, обманул. Да? Да, и вот ты кулак выкручиваешь. Вот само это движение. Вот. Только не старайся разогнуть руку заранее вот здесь. Я, вот смотри. Не-не-не, ты стал отклоняться. Надо именно вперед. Ты как вот уклончик делаешь, но локотком, плечками назад как бы сделать движение. Попробуй. Как плечами. О! Вот туда, вот туда, да, прям вот, не бойся на носок левой ноги загорится. Да, еще раз, мягко сразу, кинь руку. Не протолкни именно, заведи сверху. Во, вот и все. Вот туда, не думал, как бы за собой получается. Попытайся, попробуй. Спасибо. Все.